Сегодня, если по погоде ничего не случится, ну вот по погоде, ну да, 21 она должна выйти из Кронштадта, к рулям прийти на английскую набережную, там будут решать, а позволяет, а ли не позволяет. Если например, ставят на историческое место, заряжают и стреляют. А если позволяет, то идет дальше, где-то в 3 часа она должна оказаться здесь. Точнее, в 3 часа должно закончиться, потому что будет опять искушение. Это все должно растянуться. Так, ну ладно, ты плохо заправил. Так, вода нужна. Ну ладно, вот сейчас она резко упала, а после 21 начнет резко подниматься. Ну вот так, представь. Вот мы и фарватер выставили. Ну вот мне сейчас сказали, что кто-то там журналист присылает это самое, сам фарватер. Я думаю, что кого-то там гостей, раз кого-то сажают в порядок, значит, а то она потом еще пожалуется, что кто-нибудь там сидит. Вот. Хотя придет еще закрытая была, потому что ее пересадят, или меня начальство будет растекать. Делай путевку.